благодарим вас за то, что вы не потеряли интерес к нашей конференции. Но так мы ее построили, что она оказалась немножко неожиданным для вас. Давайте я вам объясню. Вчера был чисто теоретический день. И вы, ожидая Шмуэля, думали, что вчера он вам все и расскажет, и покажет. Захотели. Во-первых, он не мог справиться. Вы как не врачи, он не мог справиться с волнением, что он стоит на сцене Московской консерватории и сразу вам рассказывает, как лечить миозиты. Ну, это шутка. Построена была конференция таким образом, что сегодня они с доктором Ковальским будут смотреть пациентов. Поэтому все вопросы вы можете задать ему. Все, что... Да, проходите. Все, что... Вот пришло наше ЦМШ. Наше, прошу прощения. Спасибо огромное, Людмила Анатольевна. Спасибо огромное. Значит, единственное, что мы должны с вами дать слово, Шмель и Слав, мы даем вам слово, что ваших пациентов, начиная с Павла Когана, мы не отобьем. Мы не создадим конкуренции, так что пациенты останутся у Шмеля. Мы просим вас сегодня посмотреть нашу молодежь, потому что придут еще дети из музыкальной школы. Мы собрали таким образом по нескольким видам заболеваний. Миозиты, туннельный синдром, что у нас еще есть? Остеохондроз, начальная стадия остеохондроза, на дискинезию. И вот Людмила Анатольевна будет докладывать своих пациентов, это дети центральной музыкальной школы. Здесь, прошу прощения, Лариса Анатольевна, здесь вот тоже ребенок центральной музыкальной школы, аспирант консерватории, студент хорового, дирижерско-хорового факультета. Вот, пожалуй, все пациенты, которые вам приготовлены. Придет пациент, еще пришел пациент ваш? Пока нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Я хотел, чтобы опять это сделать статистику, чтобы мы знали более-менее, на каком языке разговаривать. Сколько людей разговаривает на французском? Шутка. Мы вас стараемся. Шутка. Ну это уже серьезно. А сколько врачей есть? Преподаватели. Сколько людей есть, которые хотят, чтобы мы вылечили? Значит, если мы не успеем вас тут вылечить, мы пойдем молиться и... Мы пришлем в помощь. Да, это на самом деле. Между прочим, самая популярная книга сегодня в Америке про лечение, это называется «Pray and Medicine». «Молитва и медицина», которую написал американский врач. Понимаете? Так как я вчера там это... Я потом думал, что я сказал насчет лезера, может это... Не, я сказал, что в Америке это просто еще... Они не дошли до этого, не доросли до этого. Они не знают еще об этом. Это не значит, что это плохо. Потому что тут Макдональды тоже только появились 10 лет назад, да? А в Америке Макдональды уже кушают... рестораны уже 50 лет, так это не значит плохо или хорошо, это просто не дошло. Окей, так мы кончили эту несерьезную часть. Так кто первый хочет быть с этой фильмой? Так как вчера все спрашивали, так что он должен показать, как лечит, так вот именно я говорил, между прочим, что сегодня мы покажем, как я лечу и как... доктор Ковальский лечит людей. Я буду стараться переводить с древнего еврейского. Кто-нибудь знает древнееврейский? Никто. А кто-нибудь знает современный еврейский?
Так, ну так я буду переводить на... Если вы хотите, чтобы мы вам простили, мы скажем, что все. Все. Так я буду вам переводить на прекрасный русский, на своем поломанном русском. Значит, он будет спрашивать, но как он точно спрашивает в своей клинике, я буду отвечать, переводить. Окей, доктор Ковальский говорит, что он лично сейчас в основном будет вещи, которые только он делает, понимаете? Он. Это не я, это он. Это очень важно, между прочим. И он сказал, подчеркивает, что он занимается только болью. Значит, надо очень ясно, ясно говорить, что тебе болит и когда тебе болит. Никакие всякие вещи, что я делал, как я утром покушал, и что я волнуюсь перед концертом. Нет, он не занимается сейчас тут. Это надо, это другое дело. Поняли? Тогда вы приходите, говорите точно, потому что это его специальность. Боль, боль, боль. Pain, pain, pain. Не спешите. Не спешите. Громче и не спешите. Вы так... У меня, значит, началось все. Болит. Громче. Руки. И вот тут шишки. Шишка появилась. Потом на правой руке началось те же самое. Human chakoy fla for the land data. Я там типа пиша машину модель. Это пиша машину. Сколько вам лет? 12. Сколько времени это у вас уже? Второй месяц сейчас. Хочаем. Самое главное, на чем вы играете? Сандранет. Как это началось? Это после концерта. Ахри концерт. Это коем на тохке, где даже им нагенет? Болит вам, когда вы играете или когда вам болит? Нет, когда нажимаю, ну вот, затрагиваюсь, начинается. Еще хирак, ногат. А при игре совсем не болит? При игре нет. Лом коэф ла матай хим нагенет. Так вам болит только, когда вы дотрагиваете? И еще, когда вот поиграю где-то час, потом начинает болеть. А хорошо, все эти минигены еще кое-что. Смотрите, я не говорю, так я вин, рак, ахрейши минигенет, общий лохецет. Хороший вопрос. Вам болит только после того, когда вы кончили играть, или когда вы нажимаете? Когда кончил. Ахрей. ומה קורה אם כאב? מה זאת אומרת לכואב לה? היא מפסיקה לנגן, מתיישבת ואז מתחיל למה? לכאוב לה? מה? כך את סוצ'י, זה טוצ'נה. נו, вот я поиграю на пианино, потом где-то через день начинает болеть, стрелять. И что там? Так не сразу, через день? Да, где-то, но через некоторое время. היא גומרת לנגן ולא כואב לה, אבל כמה זמן עובר וזה כואב לה. יש עוד משהו שהיא עושה שזה גורם לה לכאב? אם היא אוכלת, אם היא שרה, אם היא עושה, לא יודע מה. בלילה, ביום? בניום בלית, וישרום בלית. היא תולך תגרי בלית ועם, אילי בלית ועם הדרוגי כבישה. היא אומרת שרק אחרי נגנה, אם כי לא בנגן, לא כואב לה. Вы делали уже что-нибудь? Лечились как-нибудь? Да. Как вы лечились? Ну, мазали ванночки. Массаж осу, осула, козы. Осула, кстати, мамаем, осула, типулим. Типулим, машу, азарна? Это вам помогло, эти все процедуры? Да, поклонник пузына говорит. То да вам что это? Обе то же самое? Да. Обе то же самое. Обе руки то же самое. Есть машина, что и хола на сот, ладгин кев?
Или вы можете что-то сделать и показать, что вам болит, когда вы делаете. Сейчас, вот так болит, или так болит, что-нибудь. Трогаешь вот место, где болит? Покажи, где болит. Матахи нога цепоя фла. По. Так где вам болит? Тут болит, вам или тут болит? Тут вот. Махалим атхала, вам не так это. Не волнуйтесь, это не концерт. Ехуала гили. מה כואב לה? אני רצה לי פה, אבל עכשיו אני מדברת לי על פה ועל פה ועל פה. וначале вы говорили, что вам болит тут. Сейчас вы говорите, вам болит тут и тут. Нет, сначала началось отсюда, потом начало болеть тут, потом начало вот тут. И התחלך את הפה, ואחר כך הלך לדמת. חזק לי לקראת סוף. сильно держите. Держите сильно. Болит машу? Если болит, то будет болит. Вернитесь, видно было, пожалуйста, Вернитесь, пожалуйста. Так, так, так. Гилан, שאני, אני לא יודע בדיוק מה יש לה, אני מנסה עכשיו לבדוק מאיפה, מה קורה איתה. משום שהיא מדברת, היא דיברה על זה, ואחרי זה היא מדברת על זה, ואחרי זה היא מדברת על הכתפיים. אני רוצה לשלול כל בדרך, אני מחפש את המקור של הכאב. Он сказал, что она немножко спутала, потому что она вначале говорила, что тут болит, сейчас она говорит, тут болит и тут болит. Самое главное, Ковальский хочет найти, откуда причина, откуда эта боль приходит. Для него это самая важная причина, откуда эта боль. מה שחשוב זה לילדה כזאת, מה שחשוב זה לנסות למצוא מה הגורם. אני כבר רואה פחות או יותר מה הגורם. אם תראה, איך יושבת הילדה הזאת, Самое главное у этой девочки посмотреть, откуда эта причина. Он говорит, сейчас уже видно, как она сидит, это ему что-то говорит. Квар есть тмуна על המצב שלה, כן? Квар есть тмуна. אבל היות היא דיברה על זה, אז צריך לשלול קודם כל את הבעיה, שיש פה איזושהי בעיה. למרות שזה טוב, אוקיי. תן לי ללחוץ. חזק. Он просит, чтобы он сильно надержал. Держи сильно. כואב משהו? בלית שונה בגבי, כדה בלית גברי. בלית? אבל כואב, כואב, לא סתם. יש לי בלית הסם המג'לה, אני טעת, אתה זנאי, בלית. לא מרגיש, לא כואב. ככה. חזק. סילה. אוקיי. לא מגרע מפה. היא עושה חוץ מלנגן עוד משהו? אילי בגלת שונה בו, קרום יקרי, ושונה בו דיאל, אתה יודע. Посуду даже не моете дома? Нет. Значит... Окей, а икарону, что в кафе яд, למעשה, кодем кол, в кафе яд не лабая. У нее нету проблемы в руке, то, что видит сейчас Ковальский. И еще вид... יש לה כיפוזיס, אני לא רוצה להפשיט אותה פה כי... כלומר, נדה בלה פה ווידית נזם דרך כך הוא נהיה ספינה, נו, תכי רזית נדה, נו, נו, און צ'וסי שהוא נהיה יש כיפוזיס מלינקי. סוטולס. נמשוך פה ככה. סילה, נזמייתי, לפתקי. Ничего вам не болит. Шея. Она чувствует боль в правой стороне. Сколько времени вы играете? Сколько часов в неделю играете? 5-6. У нее болит, она говорит, что левая сторона сейчас ей болит. כואב לה פה? גם פה. אה? כואב. גם פה? גם פה.
לפני שנסיל, נסיל, 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 נסיל. דון גימט, לא נתתי ללחוץ למטה, כף היד. חודש, לפתוח את הדבעות. כואב משהו? מישהו אני בלי? תודה בלי. איך אני מקפיץ לה את היד? תראה מה יש לה בעיה. תראה. תראה לי. את הכתפאות שלה. את הכף היד. טוב, תראה. אני מנסה למצוא שאני מדבר על הדיאגנוזה של ה... עכשיו, תשאר, какая דיאגנוזה, самое главное нам знать. הילדה הזאת יש לה בעיה, זאת אומרת, ראית הכי ישר שוקעת? Первым делом, как она сидит, у нее есть проблема, это... ישר היא שוקעת. הילדה הזאת... נעמוד אותה רגע. זה, אפשר להסתכל עליה, להוריד את החולצה, אפשר, אני לא יודע... אתה מושא שנייה, תובע שנייה, שתובע שנייה. ככה, אני אסתכל רק מאחור. אדם, מושא שנייה. Начинается у нее проблема, потому что у нее нету хорошей осанки. И им им стекли мяцад, мяцад. Со стороны это видно уже. Коим такета же, если кифо лордоз. Это называется у нее кифо лордозес, как это по-русски не знаю. Если покер. אם מסתכלים מהצד, רואים, הם מסתכלים מהצד, הם רואים שזה לא הולך ישר, שיש פה מי... Вы видели, что это не идет прямо, это есть такая очень большая согнутость. עכשיו, חלק מהעסק הזה הוא מלידה, הוא... Много это есть, только она родилась так. עכשיו, בגלל המקצוע שלה... Ну, потому что у нее проблема такая. המקצוע שלה והישיבה, על זה עוד מתלבט לה... הבעיה של הפוסטר, של הישיבה של הפסעות. אתם מסתם, רדילזי, פתאמו שאתה נעת סידית תק נוגה צ'סוף, אתו ענה פלוצ'ייט שישו חוז' הסנקו. הרבה יותר נוח לה לשבת ככה. יהיה יודוב נתק סידית, פתאמו נעת פרובית. ולא לשבת ככה, משום שהשרירים שלה פה לא יכולים להחזיק אותה. מישצי וניות הוא סלאבי, אני מוזה תרז'ת יו פרמה. ככה. הם לא יכולים להחזיק אותה. ברגע ש... עכשיו אנחנו נשחרר אותה, ככה, היא צריכה להיות, זה פחות או יותר... אנא צריך לעבוד ככה, זה פריפליזידל. ברגע שאני אשחרר אותה, רילקס נאו, חופשי, היא מיד תרד לפוזיציה הקודמת. איזה רסלה בסלאדה נפדה את שהוא סטאר או פריביצ'קו. עכשיו, אם אנחנו... תגיד לה, אני כופף קדימה, שימי ידיים קדימה פה, פה, להתכופף קדימה. עוד, עוד. אם מסתכלים למטה, עוד למטה. עד לרצפה, ללכת לרצפה. ניז'ה, ניז'ה, ניז'ה. ידיים למטה. רוקי פוסיבי. אוקיי, תראה. עמוד השורה שלה, היא יש לה חוץ מהכיפודת והזה, אתה רואה שהיא... הקו צריך ללכת מפה, קו, זה הולך ישר. היא יש לה, היא הולכת פה. פה יש לה קר, יש לה סקוליוזיס. יש אישו, אישו יהיו סקוליוזיס, אתה פה רוסקי סקוליוזיס, לא שלא. זאת ספינה ניתה קריבה פה בסי סטורנו. מה שההגדרה שלה, יש לה קיפו סקוליוזיס. זה נזווה את זה יהיו קיפו סקוליוזיס. זה אומר שיש לה גם שינוי כזה. ואתו סטורנו יהיו יש בזמינניה, בזמינניה ואתו סטורנו. ולכן, זאת הבעיה שלה. זאת יהיו פרובלמה. הבעיה הזאת עוצרת לה את כל הבעיות האחרות. Все это ей делает другие проблемы. מתחילות מסטיפנס. Начинается от очень напряженности тут в плечах. מתחילות פה.
זה, עם הזמן, עושה לה בעיה גם בתנועה. И потом это делает ей проблемы движения в шее. והולך ומקרין לכיוון И это делает радиацию в плечи. למשל, פה, בשני האלה, ושני אלה מאוד יקבו לה. Ей очень все болит в плечах, когда он нажимает. שני האלה. И тут вот эти точки очень болевые. Болит, да? Болит, она говорит. שני האלה. כי פה, כשהיא יושבת, היא יושבת הרבה שעות ככה. Она сидит так много часов. עכשיו, ולכן, היות והיא לא יושבת כמו שצריך. Потому что она не сидит правильно. והכתפיים שלה הם לא למטה, רילקס. И кривая, потому что у нее свободные плечи. И кол азман махзика. Она все время держит руки напряженные. Кол азман махзика. Элла это релаксация. Нет у нее свободы во время. Шрим ло яхолим орбе шаот. И мышца не может много часов так работать. А ви кол азман мехапесет эле машу шиела йотер ноах. И все время она ищет, чтобы ей было удобнее. Да, правда? Все время ищет, она говорит, да. מתחילות בעיות של טנדיניטיס. И это начинается воспаление сухожилия. והטנדיניטיס הראשון שיתחיל הוא פה. הנה, אני אראה להם עכשיו... בסמן נצ'אלה начинается воспаление здесь. עכשיו אני אראה להם מה קורה בטנדיניטיס, איך אני מפעיל את כף היד מפה, מהנקודה הזאת. אם אני אעשה ככה, תראה מה קורה לאצבע שלך. видите, он нажимает там и двигает тут. Это начало называется воспаление. עכשיו, אני יכול מפה, זה המקור שלה, להפעיל כל... מה שאני רוצה שמה. אני יכול להגיד על הסנטר מפה. עוד גדול מורש תגרעת מריאלי, אז לא נדאג, אתה יכול לסיים. אני עושה פה, אני יכול להפעיל פה. אם אני רוצה, אני יכול להפעיל את האצבע הקטנה. כל, כי פה זה פשוט, יש פה מיתרים, ומה שקורה פה, יש לה, זה המקור שלה. Это центр начала. בשביל לתקן את הילדה הזאת. Чтобы ее вылечить. בשביל למנוע את הצרות, שעתידות, אני לא יודע כמה היא תהיה מוכבת, אבל אם היא מתכוונת להיות נגנית ולשבת הרבה שעות ונגן... איזנה סבירייצה יגרעת בולשה בולשה דלשה? היא חייבת... אנה דרשנה? לסדר את הפוסטר שלה, ללמוד... אנה דרשנה נאוצ'יצה סמה גלבנה את הסטויקו. לסדר את היצירה. היא חייבת ללמוד להיות גבוהה, חוץ מזה... אנה דרשנה נאוצ'יצה בתוויסוקיה? כאילו מישהו עומד ומושך אותה פה למעלה. הוא דרש את יו, אז מה שזה נזנית. כלפי מעלה. חלק, בנוסף מה שעשיתי, חלק מהבעיה היא זה שהיא ילדה בת 13. היא עדנה יש פרובלם, שונה תוך 13 לילה, תוך בית פרובלם. וילדות, והיא בשלבים של התפתחות עכשיו. היא עדנה שיאז ככרס רזביבה איזה. רוב הילדות, יש להן נטייה להתקפל בשביל... И в этом возрасте девочки в основном есть у них тенденция, чтобы сжиматься. Самое главное, стойка. בטיפולים מנואליים, נניח לסדר לך יותר... אתה נדע יהיה מנואלינו תרפיו. וצריך הדרכה, להדרכה כמו שצריך ליציבה ול... מנואלינו תרפיו היא, значит, וספיטניה פרבילה סנקיה. אם לא נצליח לפתור את הבעיה הזאת, אף אחד לא יפתור לה שום דבר את הבעיה הזאת. Им дело и потер. Если это не выпрямить это спину стойку, никогда ничего хорошо не будет. Сейчас хоть вам кстати это кенет здесь. Всегда можно немножко поправить здесь. Но это вернется и вернется, если не исправить ее осанку. А ты пульба, они говорят, хоть моя тива, у лехазек. Надо делать ей все время думать, как стоит она, что ее тут тянет, и все делать сильнее мышцы. Лехазек это ширим шелагав. Мышцы спины. Укреплять мышцы спины. Шала хоть это коль мини дрохим, אבל... Есть очень много дорог, как делать укрепление мышц. Технику чонот, коль хаяхолот. Есть всякие различные методы, как укреплять мышцы. אבל לפי דעתי צריך לתת לה, חייבת מספר תרגילים קטן, לא גדול. היא נדע דעת נסלקה ופרז'ניניה. שאותם היא תתרגל, מי מבין להם תרגילים, הם לא עושים שום דבר, הם עושים להם הרבה, לא עושים שום דבר. סמה גלמה, זאת נסלקה ופרז'ניניה, שלבנה דלה. עכשיו,
Да, так пару упражнений. Это интересно вам увидеть пару упражнений, да. Интересно. Ну потом мы там будем играть, вы знаете. Знаете, мы вам покажем. Что вы играете сейчас? Что? Она играет Рахманинова второе. Это очень видно, как она стоит, что у нее проблемы. Видите, так она стоит. Актифаем по. Плечи выше. Актифаем кровот на узнаем. Плечи ближе к ушам. Это что ей делает в спине. Окей, на живот, пожалуйста. Ложитесь на живот. Лицо. Не надо. Он говорит, что это не совсем как в Израиле, в Америке, но это спасибо Господу Богу, если есть что-то. גם שהיא שוכבת. אם רק הכנה לישית, אתה עוד שביט, זה אישה. רואים שיש לה... שביט, יש לו להיות עצם... ולכן, קודם. מי הבנו אישה? שני אחת פה, יש לה כמה... הטיפול המנואלי, כן? מנואל לתרפיה? זה לעשות לה... היות כבר הרבה זמן ככה עומדת, אז יש... פתאום אותה ככה דולקו ז'ברימן נחודץ ותניף רבני פטרז'ני, הוא לא יש... יש כבר התדבקויות בין הטיפוליות עצמן. הוא שיש פרובלמי משתו בזבנקה. יש עכשיו שנה את זה, הוא שאתה מדע הזמינני כגדה. סטרקטורלי. הטיפול המנואלי הוא בשביל... Мануале требует попробовать это исправить. А после этого, у него будет больше движения. И после этого можно делать упражнение. Он проходит, смотрит немножко, что там делается. Ну, как на рояле он сейчас проигрывает или настроен рояль. Если болит, она говорит, что болит ей там. אפשר לצפות שכל הקטע הזה שלה... Надо ожидать, что ей все там будет болеть, вся эта зона. יחסית לילדה בגיל שלה, אין לה מוביליזציה טובה של החוליות שלה. כי אצל ילדה כזאת, אם אתה נותן לחיצה, אתה צריך, אתה מרגיש... там должно двигаться намного больше, у нее это маловато двигается. כבר סטרקטורלית קצת. Здесь уже какие-то изменения. Она пришла вовремя. Чем позже, так будет хуже. Это он для себя, чтобы там в руке было что-то удобнее. Это потому, чтобы он не был больной, потому что если он будет неправильно пользовать свои руки, таким вот, так это он там вкладывает эту бумажку, что между пальцами. Чтобы было удобнее. И он сейчас делает эту немножко такую манипуляцию там, чтобы,
что-то попробует раскрыть. Для этого они тратят сейчас на кета азе, что там и... Его будет это делать только там, где он чувствовал, что там не двигается. Им еле мазал, им ехло лишмо это. Если у вас хороший это слух, вы услышите. Если только надо, чтобы было запах, будет это пьяно. Если они шмея това, им оно нагалим кулам, но... עכשיו תגיד לה שתהיה חופשית. רסלאפטס. רק אני מחזיק אותה. רסלאפטס, קודם כל היא עוד ירשת. עכשיו אני מוריד אותה לאט לאט. תגיד לה לרדת לאט לאט. את פושטית את מיד, מיד, מיד. דרך אתה ראשי. סלושה את זה פה, בואו זה פה שוב. אני אסתובב על הגב. מאה. Это так надо пройти через все позвонки и посмотреть, как там все двигается. Сейчас он покажет пару упражнений. Пять упражнений. То, что ей потом надо продолжать делать. Можно показать ей много упражнений, но она... Самое главное пять упражнений. Да, самое главное, там надо положить под животом, надо положить какую-нибудь подушку надо. Это подушка. Это подушка. Ну это не это. Потому что она лежит, это видно, что очень большая у нее это. את זה, אנחנו צריכים ליישר לה את זה. נדם ופרימי, שבנה בלה פרימיה. ככה, ככה. כי אנחנו רוצים לעבוד על החלק הזה. פתאום שאתם מחכים לעבוד את הצרדניו צ'אס פיני. אם אנחנו לא נחלים לה את זה שם. יש לי מיתם ניפולושם. הקטע הזה ייקח את כל הפעולה. יש לי ניפולושם, נעשו אותם בו יתרבות את ניזו, מי נחדים שם בו יתרבות. לא פה, אלא פה. אוקיי. נעשה לה פה קיבוע, כאן את היד. פיקסציה, אתה מוזר? מוז'ה פינאלי, הוא שאני נוגע סטארס. היד פה, ניתן לה לעשות תרגיל להרים את היד הזאת. פדמית ירוקו, פדמית ירוקו. הראש? גולובו סובודו. עכשיו, אתה רואה שהיא מרימה את היד. Она поднимает согнутую руку. Потому что нет у нее силы там ее держать. А сейчас прямо, надо прямо. Держите так, прямо. Поднимите. אתה מרגיש שיש לה פה, זה מתחיל לעבוד בקטע הזה, טוב, ראית? אתה מרגיש? היא כבר נופלת, אין לה כוח להחזיק. הוא נהיה תותנית תוסיל, אני תותנית את המושצה. אוקיי, זה תרגיל אחד. פשוט להחזיק את זה, כאן, קרוב לאוזן. בליסקה גלווה, רוקה דשת. ככה להחזיק. זה ז'אד, פשוט. אותו דבר פה. פרמה. כל אחד מהם מחזיקים איזה שתי שניות. דבי סקונדה דרז'אד. מתקדמים עם הזמן. Это со временем... Кольпам маарихим это. Каждый раз держим дольше. Окей. Зе, хад. А шиниу, Давид Айдайн Пол, Аорев. Руки на... Мишалев Пэсбоут. Пальцы, как это по-русски? Окей. Пальцы, замок. Замок. Ахшав, ларим, это мапиким. Поднять локти. Окей. Ага. שהיא סוגרת פה את הזה. אנס דירג'ת לפת כמייסטה. זה התרגיל השני. עכשיו, ככל שמתקדמים, אתה רואה שה... תראה את הזה שלה. מבינים אתם כקריב אתם. ככל שהיא מתחזקת אחר כך, מתחילים לתת לה להחזיק את זה ונותנים לה התנגדות. ספרטיבלניה, דילם ספרטיבלניה. ככה נותנים להחזיק את הגילה. דירג'ת. ככה, דוחפים, היא לא יכולה, אין לה כוח. אנא אני מוז'ה דרז'ת. היא לא זה. זה השני, השלישי, זאת. סטריטי אופרז'ניניה.
אותו דבר, למשוך פה אחורה. דירג'י מייסטי, זה שגמי. למשוך אחורה, ככה? דקה. אוקיי. הראש. גולובו. ככה? ויזדקה גולובו. למשוך פה אחורה חזק, עוד. סילנה, דירג'י טעם סילנה. אוקיי. זה תרגיל שלישי. זה טריטי אופרז'ניה. אפשר להתחיל לתת לה התנגדות. זה תושם סופרטיבלניה, ויזדקה, הוא נזמה איתם. ככה, התנגדות פה בשביל לחזק אותה. היא קצת יותר חזקה, אפשר להתחיל לתת לה להתרומם. פוסט לטבו, דעתי אני נושא פרקניאטי. היא מסתכלת למטה. זה למטה לחזה. אני תכנס מדי פניס. את הסנטר לחזה. פדברות דושם בדנוטר. דרשי את הגולה אותה. ככה? דה, דה. אבל ככה, להחזיק פה למעלה עכשיו. דרשי. שהאוזן הולך ביחד עם הגוף שלנו. הוא חיידות מסלס יוטלן, דושלו הייתי. לתת לה להישאר פה, להחזיק פה. דרשצה? תחזיק. היא לא יכולה להחזיק, אתה רואה? אני לא יכולה דרשצה. היא נופלת. אני עוד סלאביה. היא נופלת. אחרי שהיא מתחזקת קצת, פוסט-לטבו נעשה את סיניה. מתחילים לתת לה פה התנגדות והיא מחזיקה. פוסט-לטבו סופרטיבלניה. עוד תרגיל אחרון, נניח, זה לשים את ה... ככה, שתי ידיים למעלה. שתי ידיים למעלה. נו, יאללה. אופן, נוגי פדמי. פדמייתי. נה, רוקי, רוקי, רוקי. למעלה? קרוב לאוזניים, להתחיל. בליסקה עכשיו, היא מתחזקת, להתחילים, הכל מתחילים עם קצת... אלה חמישה תרגילים יסודיים. את הפיאצה מגלבניק ופרשניניה. איתה צריך להתחיל. שיטיר, יד אחד, ידיים על העורף, ידיים מאחרי הגב, זה ספינו טרי, ידיים מאחרי הגב ולהתרומם עם הראש, פיאט, זאת ראש, 50, פיאט, עכשיו, ניבית, עכשיו, על כל אחד מהתרגילים האלה אפשר לפתח עוד הרבה מאוד תרגילים. потому что там можно делать много упражнений. это понимаете, в этом деле это же не это אפשר לתת לתרגיל לעמוד על הברכיים. נחליט, נסתכל על זה. עוד много упражнений. это приблизительно что. ידיים, אותם תרגילים. то же самое упражнение. ככה. גם הכל עם התנגדות. да, вы знаете, музыканты могут делать вариации всякие. עוד תרגיל שהיא חושבת ככה, אחורה, אחורה, אחורה שתישב. ידיים פה. אתה רואה, היא לא יכולה לרדת אז גבידי, אני לא יודעת ככה, היא נהיית עוד פדוויז'נס לדעשי מפה אפשר להתחיל לתת, לזוף את הראש להתחיל לתת לתרגילים לעשות את זה גבידי, תכה את הרבות שם פעד, אה? בלי סוף, אתה פרמיית? Так что это упражнение может быть очень много, но мы хотели только самое такие более главное, и чтобы вы поняли эту идею, в каком זה מה שצריך לעשות איתה, כל... אלא, פה צריך להתחיל, צריך להתחיל... עצודה נדה נצ'ינת. זה לוקח זמן? את הבירות ורמה. זה הרבה עבודה. עם לוח הרבות. אם היא רוצה לנגן, היא חייבת לעבוד על הדברים האלה. אחרת, היא תשבר. יש לך את הניבודת הנימצה, תקנה, значит, את הניבודת הגרף. И мы хотим ей подарить книжку, да, что тут есть это некоторые упражнения. Не все упражнения доктор Ковальский согласен, потому что эта книга написана доктором майором и мной, но есть некоторые вещи, он согласен. После этого я отмечу, что он согласен, что он не согласен. Пожалуйста. Доктор майор подпишет тебе. Да. Одну секунду, вот у нас есть доктор. Лариса Анатольевна, дайте своих детишек, всех своих детишек. Это доктор из интерната. Да. Интернат США. Конечно, знаменитый интернат. Да. Там я месяц поговорил, чем учился. Да. Это вот доктор, который, вы знаете, когда я стала говорить о конференции, у нее появились просто слезы в глазах. Говорит, помогите, она так страдает. Значит, Шмель, я хочу сказать. Это дети из всех городов. Откуда ты? Из Брянска. Ты? Из Ялты. Ты? Откуда? На дым. Это ужасно далеко. Да. Это? Из Воронежа. И вот девочка из Москвы. И вот где девочка из Москвы, это вот все ЦМШ. Значит, доктор просто сказала спасибо. Вот это мы посмотрим. Да. Где с теми девочками она справится. Да.
Единственная у меня просьба индивидуально посмотреть вот эту девочку. У нее окей, хорошо, значит, индивидуально. Все время ты мне занял больше, чем здесь. Так вот, у нас сколько стало? 2 часа, да? У нас стало 2 часа, так сколько было? Все, спасибо. Это было очень быстро. Так если вы, чем больше будет, вы знаете, мы останемся ночевать сюда. А у нас вечером даже Рахманинова второй, она должна играть еще сегодня. Все, так, спасибо, как... просто мы хотели показать, что доктор вот, справится с девочкой. Да, не проблема, не проблема. Окей, так сейчас... Это усмотреть, а вот эту девочку окей. Индивидуально посмотреть, если можно. Индивидуально это что значит? Ну, без зрителя. А, окей, подожди. Все, хорошо? Спасибо. Все, помогите. Мария, она увидела. Сколько тебе лет, Мария? Сколько? И что ты играешь? На каком инструменте играешь? Что ты играешь сейчас? Я сейчас играю, попробую играть. Еще дома гена, чепуэбла? Ай, дома гена, чепуэбла? Нет. А сколько лет ты уже играешь? Я сейчас в четвертом классе. Еще у нас... Кита арба. У нас еще там... А сейчас не играю, болишь тебе. Как долго ты уже не играешь? Дама. Почему ты не играешь? Ей болит руки. Где тебе болит? А ты можешь снять, пожалуйста, пожалуйста. 10 лет, и уже Рахманинова второй играет. Это не она. А, не играет? Я думаю, что все, это обязательное произведение, не? Их тебе болит? Покажи, где болит. Кое флаша. Там будет. Когда тебе болит? Вот иногда просто болит, иногда я пробую, но иногда и во время игры тоже болит. Сейчас 4 месяца ты не играешь. Тебе болит? Когда самое больше болит тебе? Ночью болит тебе? Как? А ты спишь, да? Она спит, она не знает, ночью она спит, она не знает, не болит или не болит. Вот там, כשראיתי את כמה ילדות האלה, נסביר להם, את כמה ילדות האלה, הייתי בטוח שהילדה שיש לה, שתהיה לה את הבעיה, זה הילדה הזאת. Когда доктор Ковальский видел эту девочку, так сразу он понял, что самая большая проблема у этой девочки будет. Как и раньше эта девочка. Если вы видите, как она стоит. Она уже жалуется на позвоночник тоже. Мы видим, когда видим, как она стоит, это уже видно, что ей есть проблема или будет еще проблема. Это выглядит, что похожая история, та же самая, как и была у прежней девочки. Так, как и Витерцейра. יכול להיות שהיה עליה לחץ יותר גדול, לנגן יותר שעות, כאילו בכוח, למרות שיש לה את הכאב, זה מה שקורה לאובססיון, לבעיות אובססיביות של נגינה. Обидно, что она занималась намного больше, чем эта прежняя девочка, и у нее было намного больше напряжения. Прежняя девочка московская, да? Да. У мамы живет, вы понимаете? А это тоже у мамы, я мама. А вы, это ваша? Это моя тата. Она тоже здесь живет. А педагог есть? Нет, педагога нет.
Может, и хорошо. Все будет хорошо, укола не будет. Ноги место. Да, אנחנו פשוט בוא אחורה. בוא אתה. אנחנו ישר רואים. Мы сразу же видим, что ששני האלה. Обе лопатки. רואים שהם לא באותו גובה. Они не в том же самом уровне. Лопатки. Это ничего страшного, мне же не волнуйтесь, потому что мама-то, я думаю, что волнуйтесь, но это, понимаете, это ничего такого страшного, понимаете? Но отсюда начинается проблема. Он говорит, что это, она родилась так, в основном это семейно. Мама, может, вы? На этой проблеме строятся все другие проблемы. Если она сидит много часов, и это ей неудобно, она ищет все время удобное положение. И мама говорит, что играть, да? Не особо. Она сама. Запиши, Володя, она сама хочет играть. Это еще хуже. Если кто-то нажимает, так у тебя есть сопротивление снутри, так это Ковальский говорит. Если сам хочешь, да. Если ты сам, так ты себя убиваешь. אנחנו רואים פה את הגב שלה, הגב שלה הוא לא סימטרי. ספינה נסימטריצ'סקה. השכמה הזאת, תראה איפה שאני כנראה. видите, как это лопатка у нее, там можно зайти пальцем глубоко. там болит. כואב לה שם. ברור, בטח שכואב לה. כואב לה פה, כל העסק פה. все там ей болит, это видно. פה, лево немножко лучше. אני רואה שגם הגודל שלהם, очень большая разница в высоте. Да, и как это намного больше правая. Это видно, что это правая намного больше. Да. Сгибайся. Выглядит хорошо это. Что? Она больше не может. Кашела, я тоже. 10 лет ей только это. Когда ей говорит сгибаться, она должна руками трогать землю. И лохола. Она не очень-то может. Он говорит, что у нее короткие мышцы в ногах. היא לא יכולה. אם אני מחזיק לה את הרגליים מכופף, נקד לה ברגליים מאחורה. היא ברית נוגי זאדי, לא? זהו, יש לה כאב מאחורה. זאת אומרת שהיא, יש לה, בפוסטר שלה, היא בסדר במישור ככה. אנא, זה גיבה, חרשו? כן. היא בסדר במישור שלה. בטח זה ג'ני נא חרשו, לגיבה את זה. יש לה בעיה של פוסטר באחורה. נזד, גיבה את זה נזד. רגע. היא מתכופפת טוב מאוד, כאילו, אחורה, יש לה הרבה תנועה אחורה. יש לנו חרושת דיג'ניה נזד. ככה.
сторону. Не сгибай ноги, не сгибай ноги. Не болит. Немножко. Кроме этого движения, она очень много сгибается в движении. В остальных движениях она очень большое ограничение. Особенно в этой ограничение. Голову даже не может допустить. Ему опускает голову, она сразу натягивается в нее ноги. Не будем возвращаться то, что говорили раньше. Надо чем больше ее заставить работать. Как похоже, как той. Той надо было в самом деле, чтобы сильнее делать, а этой надо работать, чтобы удлинить мышцу. Удлинить, длинную мышцу сделать. Растягивать. Потому что нам сидит много и неправильно. И все это очень зажато. Держи. Какая рука больше болит тебе? Яманит? Ты правой рукой все делаешь? Да. Я просто пишу, наверное, левой рукой. Нахзи как-то, Яманит. Лот это лилоуи. Держи сильно. Сопротивляйся. Покой. Болит там? По. Там болит и это локоть тоже. צריך לשים לתת לה, קודם כל לעבוד איתה על המתיחות, אני רואה לתת איזה פרגיל של מתיחה של הרגל, של הרגליים. פרו פרז'ניני כך תנות נוג. צריך מאוד להקפיד על הישיבה שלה. אישו רץ לדע סמטרית, עוד שמבשנה כך ענה סידית כגדה נאיגראי. אסור לה לשבת עם הידיים ככה. נלזה היה סידית תחת את הרוקנת. היא חייבת להיות עם הידיים כשחופשי עם הכתפיים, תגיד לה. פלצ'י בניזו. הכתפיים שלה כבר גבוהות. הפלצ'י יודעת קושם, יודעת. כבר. צריך לתת ללמד אותה, צריך למתוח אותה, למתוח הרבה את זה, אתה רואה? נדה אוצ'יטיו כך רסטיאגרת. סטרצ'ים של אלה. אין לה... כן, רגע. צריך למתוח. Видите, когда ее растянуть. Она 10 в этом возрасте она должна быть как пружина. Нельзя двигать ее шею вообще. Она сидит неправильно много часов. И это начинается более... Очень болит ей, это болит. И до... Надо тянуть. Это очень... Ничего страшного. В одну сторону намного лучше. Да, потому что правая сторона, она жалуется на правую сторону больше. Надо очень работать много на растяжение. Чтобы она сидела выше. Потому некоторые пилисты, как ашкеназы или барибам, сидят очень высоко, вы знаете. Чтобы плечи опускались. Если она выше сидит, у нее руки немного будут расслаблены. Чтобы она была свободна с руками. Окей, тишлим это рега на гав.
На спину ложись, пожалуйста. Мария. Маша. Маша. Мария красивее. Маша тоже. Мария. Маша. Как? Мария полностью. Маша. Да, Мария полностью. Маша. Была пианистка Мария Гринберг, помнишь? Мария. А, очень хорошо. Мария Гринберг. Когда и дома сукели. Видите, у него очень большое необыкновенное это. Эта девочка должна, она должна ногу привести сюда. Ну, и мы. Видно на ее лице, что она недовольна, что ей болит. Видите, ей очень болит. Была и требуется даже. Ничего, потом Рахманинов второй заиграешь, все забудешь. Нет. Это давал. То же самое, видите, эта нога. Это упражнение начать очень медленно делать, да. Лимтох это, лимтох по. Чтобы растянуть все это. Это לא בעיה, это стадер. То есть, это אפשר לשפר את זה. Это очень легко все исправить. לוקח. Время только. לוקח חודשיים. Два месяца. ואז היא תגיע למצב שלא תהיה לה בעיה בכלל. И после этого не будет никаких проблем. להרים את ה... Понятно. כי השריר נמתח. Мышца растягивается очень быстро. И тухал לא תהיה לה שום בעיה עם העניין הזה. И не будет ей проблемы. לא, תהיה לה... זה הכל מערכת אחת, שהוא מכניס משהו. Не будет после этого ей проблем. אם תמתח את זה, זה משחרר את זה. Это расслабить ей. השריר הזה מתחיל פה, השרירים מתחילים פה. הם קצרים, הם מסובבים את כל האגן, ולכן יש מתחילה בעיה של... את איזה מישהו אתה מולד ספיני, זה רסטיאן את זה. זה עבודה. רבותה. סקניאס, סקניאס. לא מבין, מה אמרה? Нет, у нее сколиоз, у нее сколиоз. Окей. Мария, хорошо. Значит, в следующий раз Рахманинов второй, не сегодня, окей? צריך, יחד עם כל זה, צריך פשוט לטפל לה בכל ה... לשחרר את הכתפיים, לשחרר... самое главное, чтобы расслабить все плечи. מנואלית, צריך לטפל בה... מנואלית תרפיה, אני סמנין, זה מאוד חשוב. צריך לטפל, תראה איך היא קופצת, צריך לטפל בה פה. צריך... היא צריכה לעבור אוברול. она должна прийти перенастройку. Ну все будет хорошо. Окей, Мария? Спасибо, Мария. Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше имя? Сеня. 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 Болит вам спина? Сколько лет вам, Сеня? 20. Сколько времени вам болит? Как это началось? Как это началось? Не было у тебя никакого акцидента? Нет. Медленно начал. Ущемление позвоночника, оно просто все... Как что было? Ну, кифосколиоз маленький. Он начался больше. You speak English, yeah, you speak English. Yeah. А делаете что-нибудь кроме игры или ничего? Да. Болит вам, когда вы играете в теннис или не болит? Не болит. После игры? Нет. Только такая усталость. Надо еще лучше себя чувствуете, когда играете? Да. Конечно, это пошут. Есть тнуа там. Ило йошевет, мекуба, это עובד זמן. זה מזיז שם את ה... когда она быстрее, когда היא מהר מתחילה לנגן? כשהיא... רק מתיישבת או כשזה כבר שעתיים מנגנים? סרז ובסילי בה נשנה את בלט?
15 минут, просто сидит где-то 45 часов. Она пьет 15 минут, когда еще это похудь, значит, шаг. И кама на ешива? Когда вы встаете со стула, вам болит? Нет, больше, когда сижу. רק שיושבת. אם היא רוצה שהכאב יעבור לה, היא מתחילה ללכת. אם היא תגידי שבול הושלב ונשאה את החדיד, אה? לא, אלי נשכב. רחמנא פטרוי? יש הרבה... אנחנו לא נפיל אותה. רק תוריד את זה בעליון. Есть у нее шойерман, я не знаю, такое название полезное. Это тут. Так это выглядит. Этот позвонок, это к шунту. Видите, как это идет? Можно пальцем там даже зайти. Оттуда она получает кифозис. У нее спина совсем не сгибается. Она совсем не сгибается. Это как стол у нее. Есть у нее кифосколиозис. Самое большое то, что мы видели на сегодняшний день. Ей 20 лет. И квад структуали. Есть у нее уже изменения структуральные. И квад ве. Ве. Альзе гам. И гам по и кешам. И, конечно, мышцы у нее там уже короткие. Не может сгибаться. Видите, как она не может сгибаться? כמובן שאי אפשר לתקן לה את הסקוליוזיס, אי אפשר. איזה פרקים בכלל אי אפשר? אי אפשר לתקן סקוליוזיס. עוד דומי שאני איזה אספרה בסקוליוזיס. מה שצריך לעשות זה היא צריך לטפל במה הסקוליוזיס כבר יצר לה, איזה בעיות כבר יצר לה. можно только лечить эти проблемы, которые סקוליוזיס היא сделала. ולנסות לשמור שלא יהיה התקדמות שלה. чтобы сохранять, чтобы не было хуже. אפשר, את זה אפשר לעצור. это можно остановить. גם על ידי תרגילים, על ידי הדרכה. упражнения, правильные упражнения. וצריך לטפל בבעיה, מה כואב לך? את יכולה להגיד... сейчас нам надо спрашивать, что ей болит. что тебе болит? איפה מתחיל הכאב שלה? הגן שיניים זה בולה. פה. כמובן, היא צריכה לעשות גם, היא צריכה לעשות את כל התרגילים שהראינו קודם. все упражнения, которые показывали, ей подходят. ועוד, היא צריכה לעשות הרבה תרגילים כבר. и больше упражнения, больше. ממש סריה גדולה של תרגילים. много упражнения. לא רק על החיזוקים של האחורה. не только, чтобы укреплять сзади, но чтобы укреплять переднюю часть. חלק הקדמי של הבטן, של עמוד השדרה, תנועה של עמוד השדרה. движение позвонка. אוקיי. חוץ מזה, צריך לפתור את הבעיה של הכאבים שלה, והבעיה הזאת
נפתרת על ידי טיפול מנואלי, על ידי מוביליזציה, מניפולציה. פרובלמה боли надо исправлять мануальным методом, делать мануальную терапию. וכל מיני אלקטרותרפיה. פלוס всякую אלקטרותרפיה. הידרותרפיה. הידרותרפיה. כל מה שקשה בסדר, היא באופן כללי צריכה להיות די בתנועה. די... самое главное, чтобы она была движение. אוקיי. עכשיו אנחנו משקיעים אותה על הבטן. לצור ניס. אנחנו ממש רואים את ה... הוא שעס פיזו עוד שעס. כל אחד יכול לראות את ה... все можете видеть. את הבעיה הזאת. какая у него проблема. הבעיות האלה הם... מהסוג הזה, בזמן הם כאילו אוספות, אוספות את הכאב. כי הייתה בת 15... את הפרובלמי... дальше, дальше להיות больше... боли. וצריך לעבוד פה... он проверяет, как это двигается все. Сюда там все моменты. Делали тебе рентгена? Да. Снимки? Да. И что? Кифосколиоз. Кифосколиоз, я сказал. Пакета Адехила у Михлала Усана. Эта часть у него совсем не двигается. Не двигается. Если по второй модели. Это очень видно, это один позвонок. Идет один позвонок, то, что мы показали стоя, и потом один позвонок вверх. Видите, палец заходит туда. Так это один. И по что-то. Канере, худя, богова, делает патха. Это позвонок не развивался в этом месте. И потому... Хулия милимала, мекабелет и потому, значит, позвонок вверху получает такое движение. А и все остальные идут за ней. Он проверяет, как двигаются все позвонки. Вы получали лечение какое-нибудь? Да. Какое лечение вы получили? Хитибла мануальная терапия. Мазая. И как это было? Как? Ну, что это было? Что, как вы чувствовали? Было лучше немножко. Кстати, легче для этого. Держать спину. Было немножко лякзика. Ну, мануальная. Как можно, что это было мануальная терапия? Руками он там как что-то и делал с костями. Сколько времени он с вами проводил? Около 45 минут. Ну там и массаж, и где-то 20 минут мануальной терапии. Массаж? И опять массаж. Сколько раз вы делали это? Был курс один, 7, по-моему. С чем вы помните? Еще раньше давно был... где-то 9-10. А кроме мануальной терапии вы получали что-нибудь? Нет. Кроме мануальной терапии она ничего не получала. Это понимаете, она пробовала лечиться, это уже хорошо. Но только одну часть валику, то, что сказал, что ей надо много упражнений, это самое главное. А играть это время продолжала? Да. Продолжала играть. И сейчас играешь, да? Сейчас мало очень. Очень мало, да. Еще миногенных шахт мы обратно. Цеха на дворе, шикун, цеха стопен воды, гофен и ефоди. Надо ее, как это досконально ее лечить. А к ше... Там... צריך לקחת אותה לסדרה של טיפולים די ממושכת. Намного больше процедуры надо делать.
חוץ מזה, גם כשהיא מתחילה לנגן... כשאתה נשנה את תגרת? רצוי שקודם כל, לפני שהיא תעשה חימום. חימום גנרל. Общее упражнение. Вот. Общее упражнение, когда начинает играть, должна делать разминание. Вот мы здесь хорошо обсакот. И она должна делать паузы между играми. Сколько минут? Каждый раз она играет, и она должна делать упражнение. Имеет в виду физическое упражнение, не черни или что-нибудь. Это все он проверяет, все, как там все двигается. Как все двигается? Скинута на цад сейчас. На бок. Какой бок? Цад имеет. На прямый бок, пожалуйста. Очень-очень стол, очень такой, как это, хороший стол, удобный. Все эти замдели, он такой... Кто его автор этого стола, я хотел бы знать. Свободно вы не упадете, никуда не пойдете. Что после этого он должен иметь лечение, потому что, извините, но вообще так это стол у него есть, и у меня есть стол, что можно поднять его так это высоко и опустить, и, ну, такие всякие более удобные вещи. Понимаете, вот вы музыканты, вы ищете Страдивариус купить, или, скажем, я ищу Стайнвей. Но мы, когда мы работаем, мы ищем столы купить, которые чем по... поновее, чем это такие технические вещи более-менее удобные. Я понимаю. Но это мне нравится, это на самом деле, да. Что он там двигает и смотрит, как там двигается. Как там двигается. Самое главное, он старается ее положить в такое правильное положение, чтобы он мог сделать эту называемую манипуляцию, чтобы раздвигать нужный позвонок. Не просто там как-то двигать все, но что он находит вот точно такое положение, и потом, значит, он будет пробовать это сделать такое немножко быстрое движение, чтобы сделать такое побольше. Но самое главное, он, видите, он хочет найти, чтобы было только позвонок, который надо делать. А не просто, чтобы это хрустеть. Это самое главное. Что не просто заниматься, вы знаете. А надо знать, на что ты точно, когда занимаешься, на что ты работаешь. Не просто, чтобы пальцы бегали. Да? Свободно. Дыши. Okay. Было что-нибудь, чувствовали что-нибудь? Боли. Немножко боль у него была. Немножко. Давай на гал. На спину, опять на спину. А что, английского вас не учат в консерватории? Я учусь в Российской академии музыки. А, в Российской академии музыки. Так вы там учите украинский язык? А что, украинский язык? А между прочим, украинский язык сейчас считается, наверное, иностранный язык, нет? Да. Значит, я понимаю, что многие учат украинский, не английский. Не двигайте, он вас двигает. Нет.
на голову. עוד מחוסרת, היא חייבת, והיא שר. היא לא עושה כלום, חופשי. ניגר דינצ'ו. Видите, он опять ее пробует положить, такое очень удобное положение, чтобы только двигать, он будет только там, где это надо двигать, да? И он тут держит ее ногу, чтобы она это не двигалась. И вот видите, правой рукой это плечо, да, другое плечо. И значит, локтями, обе локти у него работают, да, локти. И сейчас он будет это пальцами, там он внутри. И, значит, свободно. Да. Окей, она да. На спину, пожалуйста. Видите, сейчас немножко двигается лучше, чем раньше. Это вернется. Но мы не вернемся. Нет, нет. Понимаете, за экзор надо. Так, пошут пол азман лаводит. Гам, камала. Это все надо это упражнение делать. И насколько больше растянуть ее надо. יש חלקים שהם קצרים מאוד. יש וישי קטורי שהם קרותקים מאוד. יש אזורים שהם, יש להם יותר מדי מתוחים, הם ארוכים מדי. שישו דליני, יש קרותקי דליני וישי. צריך למתוח את מה שקצר. נעד הרסטונות שלו קרותקי. פה את ה... כשאני עושה לה את זה, אתה רואה, היא מתרוממת פה. ביטק, אני פדמיית את סקרוי... זה צריך לעבוד, גם היא יכולה בתור פגיעי לעשות... זה דנו איזו ברז'נני, אנא דז'נא דיאלת את זה. נשמע. וגם זה דברים שמתקדמים, שנעשים יותר קל, הם נעשים טובים. אחר כך פה זה יתבוא בולי לקצ'ה יסבודנה. זה רק עניין של עבודה. תולכה רבותה. התרגילים האלה צריך לתרגל יום-יום. каждый день упражнение. И צריכה לעשות את זה בתור תרגיל חימום לנגינה שלה. Это упражнение для рояля, до игры до рояля. Мне לעשות את זה בתור... ואחר כך, תגיד לה לשבת. סדיס, פרסת. אני קופץ עכשיו. סגיבייסה, פרסת. Видите, она уже намного ниже сгибается. Это тоже вернется, к сожалению. Все время у нее должна быть дисциплина движения. Это что можно сказать про нее. И она на самом деле себя вела очень красиво. Из-за этого, значит, она, видите, она не кричала, болит, оставь, не трогай меня. Из-за этого, значит, мы это самое эту книжку, да, что тут опять есть упражнения, которые, некоторые упражнения, которые это ей очень полезны, а некоторые упражнения своим друзьям покажешь. Володя подпишет ее. Это уже, как сказать, экстра, как такой-то добавочный, это уже шея. Вон сила экстра, машу цаварги, шмияха, манипуляция. А, Эдман? Вы хотите, чтобы шею немножко еще, это самое... А, на спину. Уважение к роялю, нельзя так. Это понимаете, как концерт, это уже, как это, ангел? Нет, после концерта. Вы держите, вы улыбаетесь, вы должны улыбаться, снимаете вас в кино.
Свободно, свободно голову. Свободно голову. Свободно, свободно голову. Немножко улыбку, но не оставлю. Вот так, видите. Понимаешь, ты хохится. אתמול הייתה פה אחת שאמרה שעם חיוך אפשר להבריא את האנשים. קבעת כדי שסליצ'ניה מוז'נה פסו וליצית, נו, תק את נדו לבצע. בלילה? אני אגבי שאני בלילה. Сейчас в другую сторону. Видите, он находит опять правой рукой, он делает фиксацию позвонок, где он двигается хорошо, и потом от другим пальцем он держит, где не двигается. И левой рукой он будет делать это движение, а правой только он только держит. Окей. Если вы поняли, то была группа пациентов миозиты, и Слав Ковальский показывал лечебное упражнение, лечебную гимнастику. Я вам говорила, звучит музыка, когда делает, правда? Когда вот делает шмуэль, смотрит пациентов, то вот будто звучит музыка. Вот точно так же у Славы, да? Смотрите, как он подходит к пациенту. Но Шмуэль думает, что он сейчас уйдет от своего. Нет, Шмуэль, это ведь пациента, где лечение и лечебная гимнастика, и физиотерапия. А я могу сказать вам следующее, что Шмуэль широко пользуется аппаратурой нашей, вот выпущенной нашими заводами. Что вы могли бы сделать вот этой пациентке, вот этой девочке? Слав сказал, что надо заниматься электролечением, заниматься не только мануальной терапией, лечебной гимнастикой. Вы как профессионал, что бы вы сделали этой девочке? Мы знаем, доктора вот сидят, мы знаем, что мы могли бы назначить ей из физиотерапии, ну, иглотерапию. А что бы вы ей назначили? Сколько у нас есть еще людей? Значит, я хотела бы показать еще одну комплексную так, пациентку. Это девочка Оля Самосуева. Я рассказывала вам о ней. Она готовилась к Сиднею, конкурс Сиднея, и переиграла на аспирантка профессора Слесарева. И еще один молодой человек с туннельным синдромом. Он уже в клинике нервных болезней. Самое главное, что он вышел вот эта лечебная физкультура. Для этой молодой девочки самое главное лечебная физкультура. Она должна быть там много быть подвижнее, то, что физкультура делает. Все, я поняла, просто хотела услышать, что вы индивидуально подходите к выбору физиотерапии. Да, это самое главное, очень индивидуальный подход. Назначение физиотерапии, это то же самое, как врач назначает лекарство, очень индивидуально. Прекрасно. Тоже физиотерапия. Вот перед вами пациента, которую вы посмотрели руками, сердцем, что бы вы конкретно ей назначили? Вот индивидуально, конкретно, что бы вы назначили ей из того объема электролечения, который есть у вас? Самое главное, для нее это было бы прогревание. А прогревание может быть всякое, начиная от с водой прогревать и прогревать ультразвуком можно прогревать. Прогревание. Окей. Так может это
Есть еще желающие или уже все уже? Ага, вот, пожалуйста. Как ваше имя? Ольга. Ольга. Ольга, Ольга. Вы с чем вам нету? 25. Оль, говорите по-другому. Слушайте, а неужели это скрипачей, это тромбонистов, волторнистов, рак с антролимбой? Если ты что, ну так и кончим с Рахманиновым вторым, а что? Ну, вот как-то так случилось. Ну что это за? Окей, начинаем на сегодня. Да, у меня проблемы возникли очень давно. В мае прошлого года. Началось с того, что у меня устала рука, и я просто устала, и я на протяжении месяца давала ей чрезмерную нагрузку сознательно. Это был стресс, в общем, я виновата. You speak English, no? Нет. Not enough. Вот. Потом я подумала, что все это пройдет, потому что у меня уже были моменты, когда рука болит. Вот. И я не обратилась к врачу, я просто решила 2 недели не поиграть. Вот, но боль не прошла, то есть я не могла просто порезать хлеб. Вот, и через 3 недели она не прошла. Так вы кушали левую руку? Да, я кушала левую руку. Вот, потом, ну, я как-то решила об этом не думать, все-таки поехала на конкурс. Она и какой-то поехала на конкурс, еле-еле там сыграла, вот, и приехала, опять я месяц не занималась. И потом решила по 2 минуты в день прибавлять заниматься. У меня болела рука. Вот. Мне все равно стало хуже. Хуже. Да. Вот. После чего я обратилась к иголкам. Мне... Да. Мне стало легче, но... Но я все равно не могла заниматься достаточно, сколько мне нужно. Вот. Потом появились боли в плече, в шее, на спине. Это уже в декабре. Вот. Я делала массаж. Мануальную терапию. Вот. Но все равно я не могу играть. И в быту тоже у меня волнует рука, она у меня болит. Сейчас играете? Я могу только час в день и то. Рахманов только 40 минут. Ну, слабость руки. Где вы чувствуете? Где началась слабость? Вот здесь. Когда я занимаюсь, и у меня нет ощущение вот постоянно, вот болит всегда здесь или болит всегда здесь. Нет. Моя... Постоянно боль где-то блуждает везде. Спина, шея. Вот. Но первые несколько месяцев болела именно рука. Потом везде. Вот. Иногда, когда я долго вообще не занимаюсь, стараюсь ничего не делать, не давать никакую нагрузку даже в быту, у меня перестает болеть рука, у меня ощущение, что я могу играть. Я иногда даже могу 2 часа прозаниматься, совершенно забыть. Но на следующий день у меня болит. Сейчас вы можете играть 2 часа, и потом назад... Нет, сейчас опять не могу. Иногда. אז היא יכלה לנגן משעה שעתיים, ולמחרת היו לה כאבים, ואז היא הייתה מפסיקה, ואז לא מפסיקה לנגן, ואז сейчас у меня так, я могу, допустим, 15 минут я играю, потом возникает ощущение, как будто там что-то не на месте в руке. Как будто внутри там что-то, я не знаю. Вот. Возникает ощущение усталости и так далее.
сойдет. Когда вы не играете, болит ваш живот? Иногда, не всегда. В зависимости от того, какая раньше была нагрузка. Есть нашему хоть не леген школьно? Болит вам когда-нибудь, когда вы не играете что-нибудь? Болит. Как что делаете? Допустим, я чищу картошку. Это плохо, да, Вася. Я люблю картошку. Да, коль ми эпикондилитис, конечно. Он говорит, что, наверное, у него есть... Тахзи каха. Эпикондилитис на русском тоже, да? Тахзи каха. Держи, держи, держи. Локой. Болит или нет? Когда болит? Не болит. Хопси. Свободно. И тхофати лимала. Поднимай вверх, поднимай вверх. Поднимай, поднимай, поднимай. Вот, вот. Все. Болит что-нибудь? Нет. Не болит. Дерхот. Сжимай сильно. Кое машу? Болит что? Так, так. Сильно. Немножко лучше. Так. Сейчас. Сейчас сильно. Так, но могу. Сильно. Дерхот по. Сильно нажимай. Дерхот по. Там сильно нажимай. Май магиша, штель байдай. Чувствуешь разницу между руками? Да. Май магиша. Что, какая разница? Немножко болит и идет. Химельшак и капсут. Слабость. Хульшай и капсут. Вот, почти одна. Обе руки сильно. Так. Сильно-сильно. И магиша, я... Зоти магиша, я тебя хазак, мастер. Лево сильнее. Есть у него слабость, только не ясно, какая слабость. Сильно. Давайте ты лифтов. Не дай, сопротивляйся. Давайте ты лифтов. Сопротивляйся, сопротивляйся. Язык. Держи. Так. Сильно. Язык. Сильно держи. Ой, так дель. Очень большая разница между левой и правой рукой. Очень большая разница. Видите, правая на... Она там чувствует слабость. Да. Очень большая разница между силой и правой. Я это знаю. Как? Я это знаю. Она говорит, это я не знаю, как с этим бороться. Хюмерача еще ее дача за хуша гдула. Раклой дать, как за... Ахзик. Ахзик, это вот тут. Ахзик. Гол, агол. Круглый. Ага. Сейчас прямо. Так. Так. Не короткий. Сбор широт. Не меньше. Вдох каха. Выпрями пальцы. Ага. Раскрадывайся. Ахзи потух. Держи сильно, держи сильно. Держи сильно. Держи сильно. Держи сильно. Сильно держи. Тхоф лимана. Толкай вверх. Толкай вверх. Да. Как? Сейчас. Вот. А для мала? Еще сильнее, вверх. Дай. Еще раз вверх. Толкай вверх. То же самое другое. Сильно толкай. Магичаю толкуахпо? Чувствуешь разницу большую, да? Она чувствует, что да. יש לה בעיה, כאילו, חולשה של כף היד, ויש לה חולשה גם של הטריספס,
Он проверяет, где у него точно слабости. Откуда пришла эта проблема, самое главное? Лимана. Только вверх. Пальцы вверх. Пальцы? Да, да. Пальцы. Лимана. И сейчас локоть. Локоть. Выпрямляй. 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 Ну? Окей. Сейчас вот там. Еще выпрямляй. Ну? Выпрямляй. Очень, очень слабые. Вы в консерватории учитесь? Учитель физкультуры есть или нет? Нет. Конечно. Он пошел покурить, наверное. Да. Они могли говорить, это мы уходим. Тишал ута, им энла аф пам аргаша шел немалим баяд. Если вы чувствуете в пальцах такие мурашки? А раньше такое было, сейчас? Гаялев не было в шафе. Это было где-то осенью. Раньше на гаялев. Все, что он делает сейчас, так это на Западе, это все делает только physical therapist. На Западе ни один врач этого не знает. Это ничего не связано с врачом, с physical therapist. Врач я имею тот, который делает уколы, тот, который делает таблетки, приписывает, тот, который режет, делает хирург. Они понятия, ничего не связано, это с physical therapy. Вы понимаете? Он сейчас ищет, или проблема есть, что зажимается какой-то нерв, или есть мышечная слабость. Это большая разница. Или зажатие на нерв, или мышечная слабость. И он сейчас хочет знать. Если зажимается нерв, если нерв, так сейчас он увидит, если боя от нерва, так это в шее. אם אני אצליח לעשות את הכאב על ידי זה שאני אניע את הראש, если он сейчас сможет сделать боль головы, движение головой, על ידי התנועה של זה, אז זה ייתן לנו אינדיקציה. Это нам дает уже понятие, что это нерв. יש פה לחץ על השורש. На корешок, нервный корешок. На шореш של העצב, הולך מפה, который нерв идет от шеи, הולך לכיוון הסקפולה, סקפולו, לבטקו, ברחל פלקסוס, והולך לכיוון של הלוח. כמו שזה נראה לי עכשיו, זה לא בעיה עצבית, לא בעיה של ה... או ניצוץ של הפרובלמה נרבנה. כי התנועה של הצוואר שלה היא... בתנועה של דוויג'ניה אפשרי. תנועה טובה. ואון וידי שהוא נחרוש את דוויג'ניה. אין לה שום... נטו ניו ניחו גרניצ'ניה. עכשיו אנחנו... נראה, זאת אומרת, אני מניח שהעסק הוא שרירי. הוא נצוץ שאתה מושץ לפרובלמה. אני מחפש, השאלה היא עכשיו, הבעיה היא עכשיו, האם הבעיה היא השרירית היא פה? שתי נקודות עכשיו, שתי נקודות יכולות להיות הבעיה שלך. אחד זה פה. ודנה, там между лопатком и плечом. ואני כבר, אני די רואה שזה בא מפה. אני רק לשאול אם בליט, יום גוי שאות, אני חושב שתם את הפרובלמה. אם אני משחק פה, אם אני... קודם כל... אם הוא בודד נשמה, там она בודד движение, вы видите, мускус. מרגישים שם את ה... он чувствует, там напряжение. דפוק שם. Оля, терпи, я ту книжку не подарю. Точка, это надо будет на кино посмотреть. עכשיו, היות ופה יש מערכת, המערכת העצבית עוברת פה. נרבה פרחודת, оттуда нервы проходят. ויש שם לחץ, הקפיות של השרירים. יש מישהו שעוד נפרז'וני там. זה לוחץ את ה... это нажимает... וגורם להחלשה של היד. ואתה גיל סלאבס לרוקיס. להחלשה של היד. עכשיו.
הלחץ הוא לא כל כך חזק. не такой большое напряжение. הוא לא כל כך חזק, ולכן יש חולשה מדרגה, אחת. потому слабость только первой степени. זה לא זה. לו הלחץ היה פה יותר חזק, יכול ללחוץ את העצב ככה, שזה היה מקרין כאב גם בלילה, גם ביום, גם בזה. ולכן, מה שקורה, כשהיא מתחילה לנגן, כאילו... מתי, כדה נשנה את הגרעת, פתאום? זה עוד לא... אישו פתאום שאני בריא. עוד תרילה קצתית. כן, ולא, פתאום... כשהיא נכנסת קצת יותר זמן לעשות את זה... פתאום שאני בול שהגרעת... השריר פה... מושצה... מתכווץ... אישו בול שנפגעת סדם... לוחץ את המערכת פה... ולאט לאט היא מתחילה להגיש... פתאום נתת מיד לשנה את שושו זה אומר ככה, הנה, עכשיו כשאני לוחץ לה... עכשיו הוא נשימה איתה, מה היא בלי איתה? אני לוחץ פה, רואה? אני לוחץ פה, היא מקבלת כאב חופשי, לא חופשי. ואנחנו נוצאה את בול איתה. אני לוחץ לה פה, ועכשיו היא מתחילה לקבל הקרנה לכיוון של... שאל אותה אם היא מרגישה משהו ביד. ברוקים, פשוט לבול, לא? כן? לא נפלש. לא, מה ברוכה, מה זה? לא זה. כשאני נכנס פה, זה באינפרספינטוס. אתה נזוויץ אינפרספינט, כך כזה פה רוסקי, אני לא נזוויץ, אבל אתה מושץ... אני נכנס פה, זה מתחיל להקרין לפה, היא מתחילה, מתחיל להיות כאב בקטע הזה. ועם הזמן, היא כבר התחילה לפתח... היא נראה שלו שרזניבת... מה שנקרא טניס אלבו. это у нас называется это tennis elbow, но это эпикондилитис, эпикондилитис של המרפק. ויש לה כל המערכת השרירית מפה. שיהיה מושת המוניו. כל האורך הזה, כל הוא כבר מודלק, הוא יש воспаление. Inflammation. יש שם inflammation. זה אומר שפה צריך להתחיל... נדו נצ'אט... להתחיל לטפל בשכמה, מהשכמה... נדו נצ'אט הסקאפול, יתודה, נצ'אט נדו נצ'אט לצ'ניה... ולהתחיל להיכנס... נדו זיתי... פריקשן... פריקשן, אתה תקוי, אתה ספציאלי מסאז' אתה... להיכנס עוד פה... תוצ'ני מסאז' ופריקשן... מי ספציאלי תוצ'ני מסאז' להיכנס פה... אבל צריך לתפוס, לעשות את זה, א', צריך למצוא את הנקודה, לדעת את הנקודה. שמה גלנה נקיטו טוצ'קו. ב', צריך לעשות את זה בכיוון נכון. שמה גלנה שדילת את הפרבלן נפרבלניה. אם אתה עושה, במקום ככה. בדיוק, שמה גלנה פרבלן את הפריקשן דילת פרבלן נפרבלניה. אתה רק מקלקל. Если неправильно направление, так можешь испортить. Так акупунктура, наверное, тоже, когда это... אתה צריך ללכת, אתה צריך לדעת איך הולך השריר. אם אתה יודע איך הולך... Надо знать, как это мышцы идет. אם הוא הולך ככה... Если она идет так... זה, הפריקשן צריך... הפריקשן должно идет... צריך לבוא 90 מעלות. 90 מעלות. צריך לבוא 90 מעלות בשביל לשחרר אותו. זה כמו שאם אתה לוקח חבל. Если возьмем веревку, хевель, да? שעשוי מהרבה הרבה סיבים, כן? Ну, да. הרבה סיבים. אם אתה הולך איתו ככה, ככה, веревка, אתה מחזק אותו, אתה רק מגלגל אותו ומחזק אותו. אם אתה הולך ככה, אותו דבר, אתה מפריד בין הסיבים שלו. Как и веревка, которая сделана с много слоев, да? Так, если ты идешь так, так только раздвигаешь, да? А если держишь так, ты ее укрепляешь. ולכן מאוד מאוד חשוב לעשות לה פה את הטיפול, לא מה שנקרא general massage. Самое главное, что ей никакой это общий массаж ей никогда не поможет. Да, да, это מאוד специфик. Очень-очень специфический. מאוד נקודתי. Очень-очень на точке, правда. זה מאוד מאוד כואב. Это очень-очень болит. אין ברירה, אחרי כמה טיפולים מתרגלים לכאב, הכאב הזה... פוסט נסק פרסלול פריביקאים בולן. הכאב, המקום נעשה פחות רגיש. את הנסק זה לא מיניה תשושתית. וגם כל העניין משתפר. ינה תשושת זה דרוגי וישירות. אותו דבר פה. אותו שם מלכה. היא לא יכולה ללחוץ. אינה נמושת ז'מאת. כשהיא ללחוץ, אין לה כוח. זה מנתה סילס. חופשי, רגע, עזוב.
ללחוץ? אין לה, אני יכול להוציא את האצבע, היא... סבסם יתו סילי. אין לה, אין כוח ביד. וכשהיא מנגנת, היא צריכה כוח. השרירים עובדים כל הזמן, היא צריכה כוח. Она должна иметь силу, она играет, она устает. ואז היא מתחיל לחוב. И тогда ей болит. ולכן גם פה צריך לעבוד על ה... То же самое, тут надо работать и на техника фрикшн. И то же самое фрикшн, значит, надо делать глубоко. Это очень болевая процедура. Но это очень можно выйти с этого. Вначале эта боль начинается отсюда. עם הזמן הוא מתחיל ללכת לאורך היד. ופתאום הוא נהיות וניס. הוא מתחיל ללכת כאן, לכל האורך של היד, עד לשורש כף, עד לשורש כף היד. ופתאום הוא נחות לרוקי. וזה פרוצדורה של טיפולים, יוצאים מזה, זה לא משהו ש... זה אתה можно выйти с этого. Вот если еще Ваня Клайберна, когда начинается? В июне, так есть еще два месяца Ваня Клайберна. אבל הטכניקה, הניסיון, לשבור את זה. זאת אומרת... זה שם הגלם, אתה סלמת את זה. אם אתה, לא, אם היא תנסה, להתגבר על זה בעצמה, היא לא תצליח. יש לה סמה בודדתית של סילו, אתה נה ניקח... בטכניקות שלה, היא לא תצליח. אני נסמוש לי רק סמה של סילו. זה ישבור אותה. אתה פתוקה, יו, ככה, את פלמיית. זה יכול לכאוב לה גם כשהיא מקלפת את הפרחי אדמה. פתאום, ככה, יהיה תושה היא בולית, כדה נה קרטושקו. ואחר כך זה יקב לה כשהיא תרצה לקחת כוס. פתאום צ'ה בודדת. יהיה לה קשה לקחת, להפעיל את היד. נו, בכה צ'ה אישה פדמיית, נה? Окей, спасибо. Так, если пару вопросов насчет этого, спросите, пожалуйста. Да, пожалуйста. Я прошу прощения, вопрос вот какой. Вы очень хорошо диагностировали, очень хорошо показали и рассказали глазное лечение. Замечательно. Я хотел вот что спросить. Девушка сейчас не совсем здорова. Причина болезни произошла из-за того, что она, по-видимому, что-то не так делала. Можно ли ей подсказать, что как она в дальнейшем должна делать, как она должна изменить характер своей посадки, осанки и так далее? במקרים כאלה שהעבודה שלה היא למעשה הפעלה, היא פיזית, העבודה היא פיזית, היא מועדת, היא לחזור חזרה על הבעיה הזאת. אחד הדברים החשובים ביותר לאנשים самое главное, что это было, конечно, это как она сидит. Как она сидит, это самое главное, как она сидит. И так вот, Саня. זה מאוד משנה, זה ממש קרדינלי, אם אתה יושב על כיסא, שהוא, לא, בסדר, על כיסא, שהוא סנטימטר יותר גבוה או פחות גבוה. Он говорит, что очень важно, на какой высоте сидеть, между прочим, они говорят, между прочим, как высоко сидеть и как далеко отсюда, это я еще пока это очень тяжело это понять, потому что иногда у некоторых людей очень короткий позвонок, очень длинные руки и наоборот. Они очень тяжело найти, как сидеть, как далеко и как высоко. Это очень-очень тяжело это. Имя Йошевет. עם כתפיים טיפה יותר מורמות פה,
מוגרמות פה, היא חייבת גם להרים את, ה, את, ה, את המרפקים יותר גבוה. וזה פשוט מעייף אותם, זה לא מרפק. ופתאום אנה, כגדה יש לה סידית מאוד שינתה אודובנה, אנה דשנה דרכת הפדנקת אלי לוקטי, אלי פליצ'י, את המדלנה בלנית. את האוצ'ן, אוצ'ן ואשנה, כך בסידית את רז, את האוצ'ן, אוצ'ן. ופתאום, значит, я всегда спрашиваю, ну, то я больше выучу из консерватории, да? Я представляю, что у вас такой преподаватель, что это нету сомнения, очень хороший, но иногда, и когда я работаю, и я вижу, что я вроде делаю то, что надо делать, и все равно жалоба продолжается, я говорю, я хочу посмотреть, как ты играешь. И с удивлением иногда я это, получаю шок, потому что я вам потом буду играть. Вы видите, что я играющий пианист. Значит, как это самое, иногда преподаватель, с которым ты занимаешься, Володя, знаешь, с ребенком уже 100 лет, ты уже как-то привык к нему, ты не обращаешь, ты не видишь, да, как ты не видишь, кто возле тебя живет, да, и человек, который со стороны, он видит намного больше. Тогда, так я говорю, что всегда я очень уважаю преподавателей, которые разрешают и поощряют учеников идти на мастер-класс. И, между прочим, это, я вам скажу по секрету, что я знаю, больше чем 50% учеников Джульярда, да, ходит в частные уроки, но никто не знает. Понимаете, официально записано у одного преподавателя, а ходит он учиться, ну, потому что это очень важно играть другим преподавателям. Я прошу, мы только что для Наген, для Мурима, для Харимча, я могу, там, מורה שלכם, הוא מתרגל כל כך, הוא לא רואה כבר, אתה גם לבד לא רואה כבר. תגובו נראה לי משהו. התנוחה, הישיבה שלה, לא פחות חשובה מהנגינה שלה, משום שאחרי כמה זמן זה מתחיל להציק לה. את שואל את האימנה שאתה, ככה נסביד את הוושנית שם שרנה יגרה. אחרי זה מתחיל להציק לה, הראש שלה לא יכול לחשוב על הנגינה כבר. ופתאום אתה, как вы знаете, уже голова не может думать о игре, только думаешь, как ты сидишь, да? Окей? О, вам книжку надо, вы же себя очень держи себя, терпели, когда вам это очень больно, это на самом деле очень-очень больно. У вас нет этой книжки, да? Нет. Ну, значит, чтобы вам не ходить в магазин, значит, это, значит, пожалуйста. Спасибо большое. Володя вам подпишет это. Великолепно, совершенно. Но вот эта девочка, доктора меня поймут, педагоги, чуть-чуть потерпите, мы просто уже договорим чисто врачебные дела. Вот эта девочка удивительна в том плане, что она действительно комплексное лечение. И вот вы сказали, и все-все перечисления не буду перечислять, но здесь эмоциональная проблема. Коллеги наши вспомнят доктора Вейна, правда? Правильно? Вы скажете, правая эмоция. Если болит правая сторона, ищите эмоциональную, вот тут, в голове. Болит левая сторона, ищите дискогенную, правда? Это все так, но у пианистов, как правило, болит правая рука. Это их рабочая рука. Но вот я могу сказать, что на... Все правильно. Но я могу сказать следующее, что есть еще один метод лечения, и Ольге мы его обязательно назначим. К сожалению, ушла здесь доктор, она владеет уникальной методикой, Данилина Светлана Федоровна, она занимается кинезиологией. Я думаю, что коллеги знают, да, о кинезиологии. Это лечебная гимнастика по биологическим, по каналам. Вы знаете, да, у нас есть 12 парных, 2 непарных канала. И есть такая методика. Ее придумали, опять же, американцы. И называется она кинезиология. Так что при помощи лечебной гимнастики снять проблему с головы. Ибо у Ольги она возникла перед подготовкой к конкурсу. Правда? Поэтому пока мы не снимем стресс вот с головы, у нее будут эти проблемы. Спасибо огромное. И еще один вот молодой человек. И мне очень кажется важно, чтобы она поехала на Climbing Competition. И еще важнее, чтобы она выиграла. Обязательно. Вот видите, да, проблем не будет. Спасибо. И вот еще один юный молодой человек. Здравствуйте. Как ваше имя? Сергей. Сколько лет, Сергей? 22. Ну, Тоже учусь в консерватории в Дирижерском хоровом отделе.
деле проблемы возникли. Проблемы возникли 2 года назад в связи с тем, что я должен был прослушиваться по как пианист, как преподавательница, и я тоже дал еще большую нагрузку. А не играл на рояле? У меня цех, а у меня на репсентер, в его я лахать, в соответствии на хорут, в его поет. Вот. Ну, вначале проблемы были связаны просто, рука зажималась, вот, потом появились боли в позвоночнике. Со временем эти боли исчезли, а в руке боли приобрели. Вот, а в руке боли приобрели постоянный характер, связанный с движением преимущественно 3-4 пальца. А что вы чувствуете? Просто, во-первых, зажатость в кисти при работе этих пальцев. Потом точка, которая 3-4 пальцем болит. И боль здесь. Вот. Также иногда было это поясывающее. Снимите вот. Между прочим, знаете, вот в этом возрасте, я смотрю, это по-своему, это боли, немножко другие, возрастные, разные боли по возрасту. Сила очень на то же самое. Значит, также поясывающая боль по локтевому суставу. Вот, месяц назад, значит, меня положили в клинику гемоболизни с диагнозом туннельный синдром лучевого и локтевого нерва. Как это туннельный синдром? Как это туннельный синдром? По? Лучевого нерва. Обеих нервов. Поражение в локтевом суставе. Все боялись, что это вот. Ну и последнее, что мне предложили, это нейрохирургические лечения. Какую операцию делать? Пока не туннельный канал. Собирались разрезать, значит, смотреть нерв. Какой блок сейчас? Сейчас, что вам болит сейчас? Сейчас это почти постоянная боль, причем даже покажи, где точно болит. Значит, постоянное место боли вот это вот и вот так вот. Пальцы болят? Нет, вот движение пальцев болит здесь. Ну, когда двигает пальцы, еще мама? Вот так у меня здесь живот, кое-что плохо. כשהוא מריד בעוד כואב לפה. כדאו עכשיו הוא מנגן, Сейчас играешь? Нет, сейчас я не играю, дирижирую сейчас только левой рукой. У меня цена сразу. И в левой руке появились вот тоже какие-то. И в факту мобильного я смогу на свободу. Есть вот два ринчика, хоть миллинген миллинцах. Делают проблемы, кроме игры и дирижирования, в других жизни делают проблемы. Вот правая рука сейчас уже делает проблемы. Ты пишешь болит? האצבעות עכשיו בשתיים של אלה לא קורות? איך עכשיו, כך כשעשיתי פלצים בועל? בלית שעשיתי פלצים? נהיה, פלצים אני בלית, אני בלית בוטות, כיסתי ותסותה. הוא הייתי, רק שאתה גברי לבלית. טוצ'קה, טוצ'קה. זה רק נקודה הזאת. טוצ'קה, ידיעו, ותתת את זה. סוג הזה, 22 года. Молодой парень. Он сейчас проверяет, какое движение у него есть в локте. Это выглядит, что движение у него очень большое ограничение. Видите, какое у него страшное ограничение в движении локте. У него не приближается ног, он не может открыть.
Видите, он даже не может это самое. А как зарплату тебе дает деньги? Как ты всей рукой. Нет у него движения, понимаете? В обеих руках у него нет движения. Правый намного хуже. והיות והוא מנצח עם היד ההיא, או עובד יותר עם היד ההיא. עובד יותר עם היד ההיא. עובד רוחוי, האיגרה, יש לנו ראייה ל... עם היד ההיא. אז היא היד הראשונה שמתחילה לעשות תוצאות. פרווה רוחה כתורה נשאי ילד פרובלם פרווה, נתה פרווה רוחה. אבל עכשיו שהוא מנצח עם היד הזאת... אז בשביל כאון דירשיר את לבו רוחוי, הוא יתחיל לזוהים גם את זה. הוא יתחיל לזוהים גם את זה. אין לו את זה, ואין לו גם... נטו, הוא נבוא דירשיר, видите, нет движения. Совсем нет движения. Hello. А вы не мужчина в телефон? Ковальский говорит, что он петь он может. Слушай, это большой, недалеко совсем. Это давай, если стоп. Это клик сама. Это давай, если боя, сельве. Сельве. Совсем нет у него движения. Я хочу, у тебя в больнице пробовали движения это такие или нет? Нет, мне проверяли на выносливость. Видите, им будет хухая бабейт хулим. Сколько времени был в больнице? Месяц. Месяц в больнице, это стоит вам хухая ходишь бабейт хулим. Это стоит 60 тысяч долларов месяц быть в больнице. Понимаете? А его элементарную вещь, или если у него движение, не проверяли. Это за элементарно, понимаете? Он не понимает, что тут оперировать, понимаете? Потому что как приходит это самое, извините меня, в консерваторию учиться пианист, извините меня, ну я не хочу даже сказать, у него нет рук. И он пришел учиться стать пианистом. Ну, так это то же самое. Я говорю, что ваша страна очень богатая, что держать такого человека в больнице месяц за 60 тысяч долларов может платить. Страна же платила, ты же не платил. Вы видите? Мы учились, страна от чудес. Поем машу? Болит что-нибудь? А эти болот, что за зверя машу? Немножко бывает, куда-то в точку попадает, вот до сюда простреливает один раз. Да. Шум дава. Зело карпультанен, батуах. Кодин код. Болит вообще, да? כל הבעיה שלו בא, בגלל שאין לו אישור במרפא, הוא מחזיק את כל הזמן. כל הפרובלמה הוא יבוא שלו, נטו פרוסטה דביז'ניה, פרוסטה נטו פולנה דביז'ניה. Это, извините, как врач слушает сердце, и там не слышит он ничего. Ну, так это то же самое движение же, это самое главное, чтобы было полностью движение. כל הבעיה שלו, שאין לו אישור, אין לו תנועה במרפא, ולכן הוא צריך לעשות קומפנסטורי. Потому что как у него нет движения, он делает много компенсации. וזה, ולאט לאט, конечно, медленно הוא עושה overuse לשרירים פה. Это как называется, это на русском, наверное, чересчур много потребляет мышцы в неправильное направление. Overuse, это на английском. ולכן, מתחילה בעיה, היא מתחילה, היא מתחילה פה, והכל פה, הכל פה מאוד דבוק, הכל שם שירים דבוקים, הכל אחד לשני, הם חבילה שלמה. מישהו שאני סג'אטי. זה, ככה. נו, אתה רואה, לא רואים אותם פה, הם הולכים. חתיכה אחת. מישהו נבדני סכם שאני דביגיצה, פתאום שאני אפסוף מסטר. אם עושים... עוד דביגית פלצה, מישהו נבדיגיצה. כשהשרירים הם חופשיים, אתה עושה ככה, כל ה... אתה יודע, מישהו סבוד נדביגיש פלצה, כאשר זה מישהו נדביגיצה. כל אחד מהם עובד בנפרד. כאשר זה מישהו רבות, הוא נראה אפסוף מסטר, פתאום שאני אפסוף שעתי מסטר. כשהם דבוקים, כשהוא עושה את זה ככה. אין תנועה פה בכלל. הכל... כל
все вместе. Ха-ха. ולכן, כשהוא מפעיל את האצבעות, כל העסק הזה עובד כמו... לפסי פדמור שלו רבות את מישהו כקדנו. ולא בעדינות, אז נוצרת שם דלקת. יהיה תמיד לדלת וספלניה. עכשיו, טוב, לעניין, מה צריך לעשות? שתו ענד הדלת. תכון שזנת שלמי ענד הדלת? Он хочет знать, как ей лечиться. Это уже хорошо, потому что некоторые хотят это заниматься пением, а не фортепиано играть. Самое главное, чтобы выпрямить локоть. И это время... И то же самое время работать на мышцы, которые уже стали очень короткие. И они держат локоть в этой неправильной позиции. אז צריך לעבוד באותו זמן עובדים על המוביליזציה של המרפק. נדה דלת, כך נדה את זה, מנואל יותר פיו נדל. על הפריקשן של זה. לדלת את הפריקשן. די, רואה שאני אראה להם? כן, קצת. אפשר די מהר לקבל תנועה יותר טובה. אומר שאתה בוא שם ביסטר מושנה, אתה לא תשיב, ואז נדלת, שמונה. Это очень стол на самом деле. Понимаете, Шмель, а если бы не было этого стола, да. Вас бы ничто не расслабляло. Нет, а так нет. Как вы посмотрите на него, да? Смотрите, так бы надо было подушку. Да, тут поднял. Подвинуть. Самое главное, терапист находится в удобном положении. Это самое главное. Если вы видите, что с вами кто-то работает, и терапист в неудобном положении, скажите ему, почему вам не сесть на стуле? Ну, передайте Славу наше извинение, что кушетка не соответствует его росту. Так по латхил, и мобилизация, так фиксация села. Самое главное сейчас фиксацию сделать локти, фиксацию. Одной рукой он делает, левой рукой делает он фиксацию, а правой рукой, видите, он двигает. Лапиета, ло, дисахлим цопу, это resting position. Самое главное найти это удобное положение для сустава. ושם להתחיל לעשות את המוביליזציה, לא לשבור את המרפק, כי המרפק מאוד, הוא מברק מאוד מאוד רגיש. לוחת очень очень чувствительный сустав, и надо быть очень очень осторожно с локтем. ואז מתחילים. Очень важно, что локоть никогда не форсировать. Видите, он держит левую руку, он фиксирует локоть, а правой он старается делать это движение. Очень осторожно. עד שאפשר להגיע פה, לעשות מניפולציה של המרפק. הפוטום, נתנה סטרציה סדילת, יש לימור שאתה מניפולציה, אתה ככה וגבית, נתנה, מניפולציה, לא? ואתה נצ'לי, הוא דביג, איתם עושה דביג, תגרעי, יש לנו נם פרידות, תוקוי ממן, ככה ומוזיקה, זה נפסקדה ויגרעי, תהיה פורטיסימו. אוקיי. יגרעי, תהיה נגדה, תהיה פתור שסם איזה. לא, תשאל אותו. בלי? Он говорит, что болит. Ширак я ховши, да, но... Только свободно. Это кабелота катеф в тот момент. Это понимаете? Да, я там кабелота...